Но ну, то, что чиновников проверяют на детекторе лжи, ну, понимаете, я не могу сказать, что там сейчас вот так взять и сказать, типа, все чиновники коррумпированы. Ну, к примеру, вот просто возьмем коррупционер, его проверяют на детекторе лжи. Допустим, коррупционер. Так он может коррумпировать того, кто его проверяет, и все, все хорошо. Как ЕГЭ, вот это вот. 100% результат там у некоторых вообще. То же самое здесь будет. Все будет, они будут кристально честны, ничего страшного в этом нет. Так что это просто лишняя трата денег. Ну, надо же куда-то деньги тратить. Вот потратим их на детектор лжи и на новый закон там. Главное движуха, что называется.